вечер. Сегодня у нас будет котлет домашний. У меня здесь 0.5 килограмм мяса, один лук, терка сделана на большой, и зубчик 5 штук чеснок. Все положим на мясо. Здесь лепешка, я поставила на воды обход. Лепешка тоже положим. Сыра мелченый, чайный ложек. Меняем с яйцо, соль по вкусу. И будем помешивать и взбивать наше мясо. Хорошенько, чтобы везде было все. И взбивать. Вот так у меня готово. Мясо уже выглядит вот так. Теперь будем оформлять наши котлетки. У меня, как я сказала, яйцо будет. Я поставила масло уже на сковородке горячее. Слегка будем жарить. Потом на духовку отправим. Положим яйцо и закрываем. Везде хорошенько. И будем взбивать наши котлетки. Все, будем сделать вот так. Все, у нас готовы котлетки. Все, наши котлетки готовы. Жарим вас уже. Вот так выглядит. Где-то 20 минут, 30 минут. Ну, наши котлетки готовы у нас. Вот так выглядит наши котлетки. Ну, кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал, нажмите колокольчик, новое видео приходит. Ну, давайте всем до свидания, пока. Вот такие лепешки. Я нарезала 3 штука здесь. Сейчас поставлю на духовке. До красный света будет. Красный будет, потом готово. А здесь у меня мясо 5 штук. Рис, масло, уксус и томатный сок. И чеснок 2-3 зубчика чеснока. Я поставила масло, сейчас горячий будет, потом чеснок пожарим вместе с соусом томатным. До этого времени давайте отправим лепешку на духовку. Все, у нас чеснок уже красный стал. Положим теперь наш соус. Все. Томатный соус. Все надо положить и закрепим. Пойдет густой будет чуть-чуть. Краснее густой будет чуть-чуть. Потом готово будет. Я еще поставила вода. Сейчас мелченый зира положим. Половина черный чайный ложек. Вода скипит, мы будем скипить наше мясо. До этого времени давайте будем рис делать. Все, наша вода скипит. У меня здесь мясо и 1 штук морковка. Будем поставить на кипение. Нам нужен суп. Вода нужен. Поэтому и положим рис. Что, если вас положить? Положим 2-3 штука лавровый рис. Нам нужен бульон. Поэтому
масло горячее стало тоже. На масло положим наше рис. Мне 2-3 штука масла, а мне митая рис тоже. Помело рис тоже. Помешаем. И все. Чуть-чуть пожарим рис, потом масло положим. И вода положим. На наш соус тоже кипит. Нам нужен 2 ложек уксус. Где-то 2 ложечки уксус помешиваете. И я положу магги один тоже. Один магги на соус, один магги на рис. И будем положить вода на рис. Когда скипит рис, потом поставим на маленький огонь. У нас готово. Крышкой закрываем на наш рис и подождем до кипения. Все, наша лепешка готова. Вот так. Красней еще. И наш соус тоже готово. Теперь наш бульон возьмем и положим на нашу лепешку. Я еще положу бульон и жду, когда набухает, чтобы мягкий была, чтобы наша лепешка, поэтому положим и поставим на духовку еще без огня, чтобы наша духовка горячая набухла. Наша соус тоже готова, выглядит вот так. Наверх блюдо соус с уксусом, поэтому все у нас готово. Теперь чуть-чуть масла оливковое положим на нашу сковородку, уже горячий, который мясами не один, где-то половина лук нарезана, сместим мясо, будем жарить. Все у нас закончилось. Теперь слой положим наша лепешка. Лепешка. Слой на рис положим. Половина слой. Какой-нибудь у вас на суп. Что есть? Положите рис. И положите лепешка вниз. Всегда вниз лепешка. Потому что вкусно и очень вкуснее блюдо это. Так, положите и вкусно тарелочку возьмет и вот так. Все будем сделать вот так. Все у нас закончилось. Это наш суп выглядит вот так. Санасфор суп. А это наш рис с лепешка. И будем положить соус вот так, мясо, и будем кушать вот так. Очень вкусное блюдо. Ну, давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал, нажмите колокольчик, новые видео приходят.
Всем пока-пока.